Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Allready. Сегодня мы поговорим с вами о станке 6090SM производства King Rabbit. Завод «Женат King Rabbit» основан с 1999 года. Наша компания более 10 лет занимается поставками этого оборудования в Россию и страны СНГ. Теперь мы, наверное, более подробно рассмотрим станок 6090 и перейдем к его основным деталям и узлам. Качественные рельсовые направляющие AMT PMI шириной 15 мм установлены по всем осям X и Y. Перемещение по осям производится при помощи зубчатого ремня с шагом MXL шириной 15 мм. В движение оси приводит надежный микрошаговый двигатель МУНС евростандарта NEMA-23. Управление станком осуществляется контроллером Lietra 6525A и пультом управления PAD-03. Как мы видим, сборка электрической части выполнена качественно и эргономично. На лазерном станке Rabbit 6090 устанавливаются трубки мощностью от 80 Вт в базовой комплектации. На данном станке установлена трубка RSCV2 90-100 Вт. Промышленная сборка и качественные комплектующие – это залог долгой и успешной работы вашего оборудования. Наши сервисные инженеры помогут вам не только пусконаладить оборудование, но и обучат ваш персонал работать на нем. Желаем успеха вашему бизнесу. Всегда с вами ваш партнер – компания Allready.